Так, ну что? Вот такой у нас туалет. Такой у нас здесь туалет. Такой здесь душ. Помним, вот такая кровать у нас. Выста. И огромная терраса. Потом покажу. Так, ну что, театр начинается с вешалки, а наш отель с ключей. Вот включили мы свет. Вот мы зашли. Значит, что у нас здесь? Шифоньерчик вот такой. Шифоньерчик, понятно вам? Так, сейф. Это майла. Ну, мы ничего сюда не будем класть. Так, есть вот такой мини-бар. Пустой, это наша бутылка. Так, есть вот телевизор. Зеркало. Так, вот такая огромнейшая кровать. На всю комнату. Там я уже на зарядку поставила. И тому же место. Но самое главное, массажечки. Вот. Сейчас вам покажу, что у нас здесь есть. Смотрите. Смотрите, какая огромнейшая терраса. Для нас, но я не знаю, видите, мы заехали, и кто-то курил, не убрал. Может, рядом номера, я не знаю. Тоже сюда заходят. Ну, вот такая у нас терраса огромная. Вот такой вид у нас в Тренто. Мы за городом находимся. Ну, как за городом? В городе, на въезде в город. В центр мы ездили на машине, оставляли на парковке машину. Так, работает у нас кондиционер. А где он? Еще раз показываю. Вот он, кондиционер. Так, это я пускаю жару, потому что солнце. Так, закрываем. Вот такая красота. Ой, это для Майлы. Она, бедно, объелась рульку. Слюной рульки объелась. Вот так вот. Вот такая вот. Это мы уже тут разделись. Расположились. Вот такой рум-тур. Плачет, потому что папа пошел купаться, а она плачет. Не взял ее с собой. Ну все. Вот так. Вот такие вот у нас делишки. Мы в отпуске первый день.